Всем привет, с вами Смольный. Ну, как видите, друзья, я тоже не удержался, чтобы не попробовать новый Elite Dangerous Odyssey. Посмотрим, как оно играть в это на ногах. Так, ну что? Угу, я понял. Кстати, предупреждаю всех сразу, что до этого мне пришлось вручную настроить каждую кнопку, забайндить каждую клавишу для ходьбы и так далее. То есть оно все по умолчанию не настроено. Угу. Сразу уберу громкость корабля. Помню, смотрел стримы, то это было ужасно. Так, ну что тут у нас еще? Ну, я думаю, что это можно. Да. Ну и достаточно, наверное. Применить. NPC почему-то молчат, хотя опять же видел некоторые стримы, где они говорили. Ну, видно немножко закос под Star Citizen, конечно, да. FPS, ну что вам сказать, FPS не фонтанирует, но играть в принципе возможно. Опять же не забываем, что это альфа. Угу. Еще один киоск из известной всем нам игры. Так, мышкой здесь не получается, только кнопками. Это что такое? Apex. А, все, я помню, да. Здесь, по-моему, на шаттл садится. В принципе, FPS довольно играбельный, ну как сказать, то есть для, ну, терпимо. Так, неписи сидят, стоят нормально, сидят нормально тоже. Неактивно. Пообщаться с ней нельзя. Прям, ну да. Прям, я даже знаю, откуда это. Лорвиль. Хотя не только Лорвиль. О, давайте бухнем. Бармен, налей нам. Ты симпатичный. Не понял. Деловое предложение. И чё, всё? Бухла нет? А где бухло? Нет, не хочу обмен. Но жесть какая-то. Я хочу бухло. Ну, видимо, не завезли еще. Хорошо, до свидания. Что тут у нас? Ты кто? Ну, смотрю, уровень опасности здесь. Уровень опасности в основном я буду беззащитен. Но это я думаю, что... Я думаю, что пока что вряд ли. Посмотрим, что нужно сделать. Угу, так. Спасение имущества. Нелегальное. Ну, нелегальное немножко не хочется, конечно. Не совсем я хочу сейчас нелегалкой заниматься.
Ну, платят неплохо. Учитывая то, что у меня сейчас всего лишь 50-ка на старте. Провал миссии может привести к потере репутации. Привести к наложению штрафа. Уровень опасности задания превышает ваш боевой ранг. Выполнить задание может быть непросто. Но нет, спасибо. Идем дальше. Похоже на Даймар. Правда? Ну ничего, так неплохо. Интересно, где мы? Привет, ты кто? Луна Шепард. Тайное проникновение в систему. Взломайте сеть Pedder Manufacturing. Pedder. Что нужно сделать? Отправляйтесь в поселение, загрузите данные. Ничего себе оплаточка. Вот это так да. Нужно брать. Вроде ничего такого. Красным ничего не выделено. Миссия принята. Тайное проникновение в систему. Так, а ты кто? Веста. Хочу продать данные об органике. Нет, спасибо. Веста Genomics. Веста. Так, идем. Я помню, нужно нам вызвать шаттл, если я не ошибаюсь. Апекс. Камон. Местный шаттл. Шаттл дальнего действия, не думаю, местный. Ну, давай. Адитян. Так, выберите точку высадки. И как это сделать? Где моя точка высадки? Логично, конечно, что там, где стрелочка. Но там какой-то Pedder Manufacturing. Как его найти? Занятная карта. Было бы неплохо, конечно, чтобы такая тема была в Star Citizen тоже. Ну, чтобы можно было заказать что-то по типу такси какого-то, да? Друзья, я немножко отрезал, потому что я долго разбирался, как и куда лететь. Тайное проникновение. Щелкаем. Угу. Оно таки нам показывает таки туда, где эта стрелочка. Я понял. Ага, вот она загрузилась. Загрузилась луна, планета. Не знаю, что это. И вот он, Pedder наш. Отлично. Шаттл забронирован. Стоимость 100 кредитов. До свидания. Лифт? Невозможно. Это как? Шаттл готов. Так, идем. 2 минуты осталось. Еще невозможно. Я не понял. А где? А, вон там что-то. Бегает смешно. Взаимодействовать. В ангар. Музычка в лифте, как в фешенебельных отелях. Ангарчик ничего так выглядит, довольно неплохо. Я, конечно, умолчу о дизайне кораблей в этой игре, но... Это такое. Посадка.
Ой, был звук, звук такой, как будто машина заводится, как будто бы зажигание в машине. Armstrong Legacy. Наследие Армстронга. Ну чё, полетели? Вау. Not bad, you know. Курс отхода. Зарядка. Я уже забыл на самом деле, что здесь как. Хорошо, что он сам летит. Ну, атмосферненько сделано, все эти звуки, сам полет такой, ну, есть немножко, есть атмосфера в этом. Что-то мне этот худ тоже напоминает. Или он был здесь раньше такой, или не был, я точно не помню, но очень похоже на одну нам всем известную игру. Вау. Это что за маневры такие? А он снижается или что? Я понять не могу, звук такой странный. Вроде не снижается, а выглядит как будто бы снижается. Мышка не работает. А, так мы уже прилетели, нифига себе. Текстурки планетки, конечно, не фонтан. Ну, опять же, это Альфа. Не забываем. Сход с орбиты. Pedder Manufacturing Facility. 33,3 километра. Как он так зависает, вот, прям вот завис. Быстрое планирование, однако, да. Планирование завершено. Вы вошли в зону запрета на оружие. Опять знакомо. Ну да ладно. Задание обновлено. Так, выпущено шасси. Вау, так вот у нас тут пилот у нас даже есть, нифига себе. А я думаю, как мы так летим? Обалдеть. Нажимайте колесо, вот колесом можно осматриваться вокруг. Высадиться. Так, а как высадиться? Что за фигня? Так я долго искал, как высадиться, вот нашел на пробел. Оказывается, все просто. Просто я на пробел назначил прыжок, а тут высадиться тоже на пробел. Небезопасная температура. Насмотримся. CMD, я так понимаю, это командный центр. Загрузите данные в контейнер. Порт данных о промышленности 2. Его местонахождение — промышленное производство. Центр обработки. Используйте терминал, чтобы найти контейнер порт данные о промышленности 2. Его местонахождение — промышленное производство. Центр обработки. Complete the objective without triggering an alarm. Окей? О, неплохо. Это что такое? Это что такое? Это кто-то прилетел? Мощно, посадочка мощная. Это типа прикол такой, или это шаттлы ходят один за другим, так или кто-то прилетел, я не врубаюсь. По-моему, кто-то прилетел. Но все равно выглядит неплохо, то есть, да, несмотря на текстурки планеты, ну так, ну...
Командный центр. Сканер доступа. Взлом применить. Взломщик. А взломщика у меня нету. Как это? Опа, игрок. Побежим, побежим, посмотрим. Куда он бежит-то? Куда спешишь, чувак? Сканирует что-то. Командир Аполеон. Командир Аполян. Аполеон. Это что такое? Что в него стреляют сразу? В меня нет. А в меня не стреляют. Так он... Блин, он... Ну вот зачем поднял тревогу? Сейчас мы задание провалим. Ну вот он читать не умеет или что? Бриф задания, ну, четко не выполнено. Там... Я так и думал. Тайное проникновение не выполнено. Молодец. Опа. Вот и меня завалили. Отлично. Не, ну кто так делает? Ну читай задание, читай бриф, там все написано. Запорол задание для нас обоих. Молодец. Продолжить. Отчет о происшествии. Запись черного ящика, потери груза. Груз не утерян у нас. У нас да и не было груза никакого. Выбор судна. Ну да, высадка пилота. Высадка пилота. Финансовая поддержка, экипаж. Дислокация. Место повторного развертывания. Хопкинс-Сити. Хопкинс-Сити. Почему-то недоступно. Кораблей нет хранимых. Но развернуть. Подтвердить, да. Интересно, где мы встанем сейчас? Привычка. Привычка из Star Citizen. А ну походу там же, да? Вроде бы там, вроде бы да. А, нет. Ну на этом, друзья, мы с вами заканчиваем предварительный осмотр. Ну, в принципе, выглядит неплохо, особенно как для Альфы. Что могу сказать? В следующем видео я возьму новую миссию, попробуем еще что-нибудь сделать. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте нажать кнопочку подписаться. С вами был Смольный. Пока.